Надоели высокие цены на игры? Тогда chipcase.ru – это то, что тебе нужно. Всего за 69 рублей начни играть в PUBG, CSGO, GTA 5. Сомневаешься? Проверь работу сайта в демо-режиме. Только реальные выигрыши в лайв-ленте. Вводи промокод CHIP2017 и получай на баланс 20 рублей. chipcase.ru. Выигрывай с нами. Стучится кто-то в дверь. Ух ты. Там Валера. Всего на это я в доме. Ну забираем. да, это он не ставит. А, уже камень, там. Короче, загрейдили. Угу. Я говорю, это я за вами бегу, если что. Ага. Ща, чувак, мы тебе поможем, не очкуй. Угу. Чип-чип-чип-чип. Он его рашит, по-моему, нет? Минус. Не, это не Валера. Валера дальше. Ну, Валеру он убили, здесь. Лучник умер, только что я убил его. А, Валера убил лучник? Да, лучник убил Валера. Нихера себе. Фига. Что есть? Нашпиговал. Патроны. Забрал. Валера у этого пацана. Слышь, что-то мне не нравится то, что эти пацаны хотят тут что-то там грейдить и так далее. Вот-вот, надо их чпокнуть. Надо их вообще тогда выжечь керам. Спрыгнул один. Они шкаф уже загрейзили, походу. А потолок там разве не деревянный остался? Деревянный. Да, все, идем к магазину. Че, Регресс, пошло дело? Жарится. Вообще, удобное местечко. Забыл, как называется-то. Стражи. Такой, смотри, этот огонь еще такой яркий, да? Угу. Вот почему а костра не такой? Близко не подходи. У этого, в магазине перерабатываю. Попал? Все, он напросился нахуй. Все. У нас 1280 скрэпов, ребят, изучим турель сейчас. Охуенно. Все, уходим. Логичка. Угу. Го сгоняем. Так это вот сейчас по пути, как наши будут идти. Вход за круглый дом. О, дело. Хедшот. Минус. О, Мэтт, я тебе даже больше скажу. Ты сможешь еще что-то даже изучить. 1000 скрэпов остается. Ема. Все, турель изучил. 1000 скрэпов лежит в этом. Угу. Так, значит, надо от них избавляться. Я беру, значит, огнемет. И надо его починить. Я сразу тогда буду шкаф выпаливать им. Блин, а я свой шкаф не взял, Мэтт. Открыл дверь, типа, заходите, а сам там сидит, сука, с гробовиком. Я его не вижу за тобой. Костиков, да? А он слева там, у него же еще одно помещение. Или жарко стало, дверь открыл. Крафчик. Да, открыл, проветрится. Ага. Что-то душновато у меня в помещении. Да, шкаф. Все, а проверь, жду. Может, он не на ключе? А он не на ключе. Отменяю тогда свой. Просто выпишем и все. Ну да. Выписали уже? Да, я выписал. Все. Их бы застроить, все, прям все. Там, замуровать. Так. А то и ж дерзкие какие. Он там сидит, да? Да. Ну, кстати, может так и сделаем, кстати. Просто застроим их нахер, пусть там сидят. Ебать. Пиздец, страшно стало бы. Нет, теперь не ходи в эти джунгли, гуки там сидят. Не, там нахер не надо, вы чё. Эвку бы туда. О, знаешь что, подожди. Жги прям туда, напалмом. Это мат. Ага! Горите, суки. Там кружение, понял. Надо было больше камня взять, надо было им загрейдить дом. Есть. Они выбьются изнутри. Ну я косарь там чуть больше. Как взял. Они выбьются, у них же там неправильная стена. И чем они выбьются? Ну вот, я говорю, деревянные, видишь, стены? А, ну. Показывай, где грейдить. Ну вот сначала застрой вот это, не ходи только туда. Тут фундамент еще у них, а, это не, деревяшка. Угу. Ха. Сука. Да замануха не сработала. Кажется, он вышел.
Вот это чемод. Потолок. Ой, а жесть. Закончилось. Остальное в железо можно. Удачи. Нет, в железо. Ну, железо, ну сходите, ну дом-то в упор, ё-моё, Мэтт, сгоняй просто, это, прибежишь обратно. А туда уже кто-то понёсся. Ну так все уходим, что нам тут теперь делать? Ребят, на выходе поставила турель, ну вот, там, когда все соберетесь, она без патронов. Пацаны, в атаку. Походу. Ты где, круглый дом, что ли, блин? Да-да-да-да. Чё тебе пизда. А где на крышу выход, покажите? Блять. Через окно, Мэтт. Через что? Через окно здесь, в новой лутовой. Да, их бахают, да ладно, да, это да, наша да. Должна быть месть, а не их. Кто я там осмелился? Мстить. Вчера все наглось. Ой, блядь, шипы сраные, дрозда. Да, да, да. А болтовка где, подожди? Или у нас... Есть место. В нычке. Внутри нету уже. Понятно. Внутри уже, походу, дверей его нету. Все, отлично, будем там зажимать. Штурмовая стоит на входе. Рэк, разбеги. Это они поставили, чтобы никто не зашел. Мэтт, вот выход я на улицу. Я это понял уже. На крышу вот. Так, я подбегаю прям. Ага, ничего там взорвано. Они все это время взрывали их. Да это... Вот, они взрывали, но звук почему-то с другой стороны был. Чего, мать эту херню? Ну да. Да, я разломаю. Ой. Ну ладно. У меня нету инструмента, дайте мне инструмент. А во, долби. Ага, давай. Есть, справа. Все. Красный попал в него, захожу. Мазефака! Где дальше, он? Дальше убежал. Налево прямо здесь. Где-то вправо. Ой-ой-ой, не-не-не, они сверху, вверх. Хера они там лестниц понаставили, слышь? Попробуй. Наверху он. Аккуратно. Так, я отступление даю. Да-да, слева наверху. Окей, слева наверху. Не подпирайтесь только. Так, это я. Да-да-да. Слева наверху. Лестницу надо ломать все. Их там пока не видно. Один на видно? Нижке останьтесь, не. А кто снаружи? Я. Сука, сильно попадает в меня. Может, берданки разъебать? Разломать? Не-не-не, подожди. Там проскочить надо просто. Ну чё ты, Добрыня? Уйди. Ну я выйти хотел, чтобы ты проскочил. Бля, он очень жестко контролит. О, разломал ее. Разломал? Да, я хилюсь. Понял, тоже хилюсь. О, спустился один. Бля. Минус он. Хорош. Минус. Я внутри. Ямать! Пацаны! Бля, тут лут, это жесть! Ништяк, это поняла, с вот этого вот дома, Джокер вот этот. Надо занимать позиции здесь. Я проверяю верх совсем, ясно? Ага. А, мне это херище. Это жесть. Так, я фол. Так, мне надо шприцы у него забираю. Это я бегу голый, чё? Так, отнести. Разрывной патрон на калаш. Да-да-да, переносим. Так, ты бежишь? Офигеть. Я в дом зашел. Зарезался где-то. Камень забираю. Вот нам на хату-то камни сейчас будут. Просто ящик камня, обалдеть. Так. Это я. Я понес. Нормально, броню одень. Это эти, которых мы зарейдили, пошли их рейдить? Да. Обалдеть. Джокер. Я говорю, вход внимательнее, смотрите, там будку, они в упор построили, с нее сейчас будут лезть. Ты был... Вот, а, ну, вот Рекорд там поглядывает. Так, если скидываю, что, фастом куда пробежим. Попало. 128 разрывных. Сколько? Офигенно. 128. У кого, откуда? Тертропа, наверное. У них забрал я. А, нихера они, короче, понял. С глушителя, наверное, долбили, да? Да. Вот и не было слышно. Ну и все понятно. Грамотно. Тихушники. О, зеленые патроны. Штек. Так, ребята, за фермой у нас входные ящики. Имейте в виду. Наш бежит.
Да, я прыгаю. Ти бежит слева от дома. Зависло, ребята. Угу. Да, работает по мне, он оттуда сзади бегут. Ой-ой-ой. На хедшот. Слышал, да? Да, я. Больно тебе. Бегу. Так, подожди-ка. Напротив входа два тела. Под лэпом кто-то. Три попадания дал. Угу. Да ты квад, пускай они подходят сюда сами ближе. Ой, вход! Ребят на входе. Ага. Ты с спешки? Да-да-да. Контроль выхода. Голый забежал. Минус тело, я хилюсь. Наши есть еще здесь? Я в доме. Подошел. Я в доме тоже. Это я. Я в окружную пробегу, посмотрю. Вот я пробежал, труп. это я. Угу. А это рекордс. Кто подходит? Дом чист. Так золотая рекордс, скинь его потроха здесь, внутри дома просто. Один выход смотрит. Да я бы лучше лут домой таскал. Да я просто говорю, скинь потроха его внутри дома, чтоб он, ну, не лутался на улице. Много вариантов. Так. Забираю их. Да-да-да-да. Я до дома. Устолки. Угу. Ух ты, жесть. Минус. Наши парни потели, старались. Спасибо, для пацаны. Нас. Здесь просто все потеряли. Это я. Угу. Понес. Да, Джокер. Блин, инструментов аксовских. Так, Валера. Ну, так, мы там идем. Наши все, да? У дома наши все? На входе я, да, один. Я в доме. Забрал Валеру. Блин, брони много. Так, мы зашли. Угу. Так. А что, вы там наверху что-то лутаете еще, не, да? Не-не-не, пустота здесь. А. Так, янка, билда, да. Арбалет. Аксовские уголь. Инструменты заберите, ребят, в кого влезет. Сейчас заберу. Да, я заберу. Так все надо. Кирки, кстати говоря, сейчас мы здесь, может быть, и дорейдим их. Ну, угу. Ну, значит, эти ледорубы-то не забирайте тогда. Я там три кирки на пол дропнул. А что они колупали? Да, ничего они не колупали, мэтт. Я весь забрал, пошел относить. Здесь все повернуто правильно. Не знаю, но в одном было 6 кирок и ледорубы. Либо он с ящика схватил просто, либо... Ай! Не знаю. Около дома. Где? Жива, мэтт? Ага, в скалу. Минус, все. Я жива, я это, просто пробежал его. Так, нахуй. А возле дома кто остался? Он сразу слева встал, вот кто сейчас стоять. Вышел из дома. Давай, убили, что? Минус, говорю же. Что, даже не слышал, как ты стрелял, что так стоп. А у тебя лут есть? Рекордс? Нет. Забрал Валеру. Ребят, надо тогда заниматься бабовками. Скалами дело. Бежит к вам. Мэтт, я встаю на бабовке. Угу. Я сейчас там еще взрывать. Заходик сделаю тоже. Давай, давай, давай. В сторону воды пошел рекорд. Ну, там вроде давай. Все. Все добрали. Да, нет, лут мы весь вынесли, да. Угу. Перепрочекать надо. Под лэпами кто? Там Рейнос и Добрыня. Ну не трожь ты мои, я раскладываю. Что ты мне тут это... Я вот помог, видишь, как хорошо. Ну, с камнем, конечно, подфартило. Мэтт. Ау. 4 гана стоит в тире. Чего? Ну, 4 ящика стоит в тире. А! Потом. Я тут хотя бы... Вот, и еще одну полку поставлю. Там тоже что-нибудь будем хранить. Ой, у меня сюда... Все, гоу. Ну я 10 с собой взял этих стих. Это чё? Это лень. Вы дверь закрыли? Вы дверь закрыли? Ага. Рекорд где-то есть, на. Мэтт, скинь, пожалуйста, ящики, я заберу потом. Убежали за скалу. Да пускай. Так, здесь какой-то лут валяется непонятный. Захожу.
Че там, пацаны, чисто. Кирки не украли? Не знаю. Украли, наверное. Украли. Нету кирок. О, суки. Так. Ну вот, я думаю, здесь надо взрывать. Это перевернуто. Подожди. Потому что, а где тут вообще? А вот так это вот они нахера застраивали? Вот я и говорю, надо. Хэзэ. Не-не-не, сначала взорвем, посмотрим, что там. Так что а тот, кто с этими, с разрывными. А, эту? А снизу к ней не пробиться. Готовьтесь. Прямо оттуда потом достреливай. Достреливай. Угу, все. Охренеть, их далеко слышно. Опа, стол изучения. Есть 187 скрэпов. Ништяк. И дальше дверь идет. Давай дальше взрывать, я думаю. Так. По одной накидываю. Темнее, что ли? Нет, что это, рассвет? Ага. У тебя в глазах темнеет тер. Нет, мы его теряем. Да, недолго осталось. Рекорд сделай ему искусственное дыхание. Не надо. Понял, Рекорд. Ты ему не нравишься. Так, и все, достреливай потом. Угу. Так, а вот у нас тут и огромное пространство. О, мягкая дверь. О, что нам не надо будет колупать. Так, мягкая дверь, кстати говоря, она это... Ну, стена. Она ведет... Слушай, я что-то не понимаю. Подъем, наверное, выше. Ну да, подъем как бы понятное дело. Я немножко не втыкаю, где у них еще лут? Или у них реально было вот здесь вот все в центре? Где тела их? А вот, у них же печка вот еще. Где? Вот, вот еще сюда. Двери. В натуре. А что тогда там? А, лол, а я не видел даже. Вот, вот эта двойная, скорее всего, ведет туда, наверх самый. А что, вот правую никто... мы сможем раздолбить. Да, расколупать. Да-да-да. Ну, комфорта нигде ничего не дает. Я имею в виду, что там какие-нибудь предметы, типа всяких медведей и так далее. Потому что вот сверху я вижу там этот просвет. Ну, типа там улица, как я понимаю. И там двойная дверь. Возможно, лотовая. Шикарно. Так, давайте взрывать. Очень похоже, на самом деле, так, на лотовую. Стой. Я к верстам. Угу. Все, взрываю. Давай. И там... Что это, мазафака? Е-мать, мягкая стена. Подожди-ка. На кой хрен они так сделали? Ну-ка, иди проверь там, Мэтт, посмотри. Я с другой стороны посмотрю. Нету здесь этого входа никакого, Мэтт. Надо колупать. Вход у них один, ребят же, да? Да. Это может быть у них типа потайная вот эта вот, лутовая? Maybe. Дай кирку, пожалуйста, есть. На. Сказал я и кинул ему. Рекордсу обеспечить. Может, это просто для отвода глаз. Да, рекорд сзади. Вон тут люди. Ну, нам без разницы, как бы, кирки. А кто нам не может за кирком заходить или за ресами? Я рассчитывал на две стены, а не на три. Короче, сварил я. Опа. Еще. Это куда? Еще. Это что? Жесть. Ну, ножа пешерсть. Да. Подожди, я снизу посмотрю. А ты хватит еще, ты еще не вышел? Что ребята, еще надо? Убейте эту дверь. Сихи. Возьми, пожалуйста, там в каком-то ящике лежит, где-то так, дома. Не, не то. А другая есть у вас дверь? Отлично. Нет, стенка есть. Слушайте по звуку. Люблю сложности. Вот сюда выходит у них дверь. Слышите где? Далеко. Очень далеко. Это получается во внешний периметр. Но дело в том, что во внешний периметр, но... А, в смысле? У них внутри где-то дверь есть, да? Да. Вот это вот... Внешний круг у них. Все, я понял. И там есть вход, да, у них? Да. Я про него вообще забыл. Да-да-да. Ну да, вот он ведет как раз к выходу. Ну вторая эта дверь куда тогда?
тут же две получается. Ну да, одна неправильно повернута. Стихи не надо? Надо, надо. Все беру, да? Слушай, давай потолок пока всковыряем, а? Давай. Там по-любому надо его проверить, где он был. Подожди, вот здесь стена, вот здесь дверь. Дальше непонятно. То есть это получается непонятно. Закрытый треугольник ведет. Ну вот, видишь дверь над нами? Вот здесь вот дверь. Угу. А, может сюда тогда бить? Бегу. А? Тогда за дверь. Конченый адекват. Так, о, а тут много. Тут прям на выбор. Че я поделал, аллергия? Давайте сколупаем вот этот квадрат, ребят, реально. Потому что там двери туда идут. Там двери тоже идут. Да он еще просто пиздеть хочет. Про опухоль. Да. Блин, я был бы рад, если бы я сиськи опухали, когда аллергия. Вот сиськи опухают, вот это я понимаю, аллергия. Вот это нормально, да? Там у меня только глаза азиаты. Я вот прям пыль вот перед тобой удалось. Бля, это совсем не я. Сука. Представляешь, это... Сиськи маленькие, не устраивает, ули кинул ее на грудь. Пизду пластичный хирургия, да? Да-да-да. Все натуральное зато. Так, ага, дайте пацан. Да подожди. Боже, да, о чем мы разговариваем? Так, здесь... Так и назову свою фирму. По увеличению груди и пениса. Пчелка Майя. Пчелка Майя. Да, для вас и балдеть целый вечер. Подожди, давайте, а с другой стороны? А, ну так... Вот, я вижу эту дверь с другой стороны. Ага. Блядь, когда вы его там уже весь расколупаете-то? Тихо, адекват, все уже, не флуди, блядь, нахуй. Своим опухшим хуем, блядь. Сука, конченый. Так, значит, эта дверь сквозная. А не, вот пойдемте... это, получается, не вскрыли. Где? А вот. Ну да, вот да, да, вот, да, да, да. Подожди, давай-ка все-таки низ бомбанем, потому что мне кажется, там что-то есть. Так, накидываю, не ходи. Угу. У тебя в крафте сколько стоит? У меня стоит... 5. А готово? 3. Плюс ледоруб. И там. Еще одна дверь, правильно повернутая. Так, я пойду в биту, а ты послушай. Угу. Писаный лабиринт. Нет, слушай, Мэтт, я не знаю, она не может никуда вести. Именно на внешку. Слышь? Ой, это вообще в другой стороне, Мэтт. Угу. Ага. Это далеко. Взрываем. Сколько у тебя разрывных? 31. Ну, хватит на эту дверь. Хватит, хватит. Две обоймы уходят на такую. Это смотри, опять какой-то дом-улитка реально. Ну е-мать. Да. Опять дверь? Ну вот, дверь, да. Ну, по идее, за ней что-то должно быть. Так. Пойду колупать с той стороны. Давай. Кажется, я слышал это 4 двери назад. Не, не то. Не то, не то. Нет, это он не то бьет, господи, он ящик бьет. Блин, это, короче, реально что-то типа... Слышите? Ну это реально улитка. Мэтт, да, ты бьешь в другой стороне, да, это другая дверь вообще. Угу. Так, ну у меня осталось... Чёрт, все. 4 патрона. Все, отходим. Да еще топором добьем. Так, что-то я переборщил. Оп, на низ. Сука. Дверь? Это шкаф. Шкаф? Шкаф, это отлично. Мы же ну да, это... базу забрать. Неплохо. Так, а... не взрывай его. Почему? Ну потому что давай лучше сэкономим сихи и огнемет. Ну давай. Ну две осталось, все. Я больше ничего взрывать не могу. Все остальное надо будет колупать. Там сера наплавилась, там есть что сделать. А, ну ладно, окей. Так, тогда что, за огнеметом надо, чтобы кто-то... А, я сгоняю, потому что у меня нету еды. 26 хп, все. Что? Тут надо поставить тоже миллион дверей за место этих их, чтобы они никогда его так не... Так я взял две, я две взял. Ну, так, раз, накрафтим потом. Он чуть-чуть погорит, ой, но и хер на него. Ну да.
Огонь. А на шкаф есть замок сделать? А зачем, если здесь две двери будут? Ребят, я... Ну, в принципе, нет. Подожди, я лучше здесь поставлю. Бань, что, все, закрылись там? Да не добивайте, оставьте одну ходу. Угу. Ну да, 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 мы захватили шкаф. Все, привилегии везде. Такой куда? Конченый пиздец. Вот. Все, хватит. Это вот куда дверь шла? Ага, давай, давай. Стой, добрый. Да добивай. Ух ты. Ага, дай подсад. Давай подсад. Ой, да, нету здесь нихера. Опять лабиринт. И вот двери какие-то. Двойные. Где выход на крышу у этих наркоманов? Вот ну вот, вот он, вот он, вот он. Ну да. С лестницы штурмовой. Ну, видимо, они здесь хотели какую-то лутовую делать и передумали. Ну, получается, верхний этаж. Ты посмотри, сколько дверей. А так это да. Просто переходы. Вот это ну, вот. Ну и что? И все. А где, где все? Нычка? Подожди. А вот этот этаж. Че у нас тут? Так неизвестно, где-то... что а, эти смогли вынести. Ну да, как бы, ну я не верю, то, что у них на первом этаже там, хотя... Ну блин, вот здесь 8 ящиков стоит. Их играет 12 человек. Я думаю, там не было бы, да и их нет самих. Мы надо, мне кажется, в печку они идти. Либо в печке, либо я тебе говорил уже, там два дома, они по двум домам как-то распределены. Там еще напротив дом. Угу. Они могут там все спать. Пошли к шкафу, так... доколупаем. А что там? Мягкая стена. А, ну так она ж на выход идет, Мэтт. Ты уверен, что это она? Ну что давай ее всколупаем, да, но дальше ты бил именно там, топором своим. Да, слушай-ка. Опа. Лутовая, но входная, входная, да? Похоже и на один то. Ящик всего. Угу. 87-250, подожди, кажется, это и есть уже буферная. Пойду толпану. Давай, давай. Это у них входные ящики. Блин, ну дом все равно огроменный у них. Mm-hmm. Так, готов, Мэтт? Да. Я бью вот, которая входная. Стой, смотри, я просто стреляю в нее вот. С лука стрелы не торчат? Не-не-не. А, вот, я слышу где. Ага. Ну, то есть, да, это будет... Но там что-то есть, получается, за этой дверью. А там у них спуск ты смотришь, вниз. Там один квадрат и дверь, да? Угу. Да, да, да. Ну так это получается мы не на ну, самом тут целый этаж. Да, да, мы да. Целый этаж не вскрыли. И под него можно всколупаться, если запотеть там стену и потолок потом. Угу. А, не, просто потолок, я вижу, где это. В смысле, так, нет. Вот эта дверь. Ну вот выше Рекорд, нас. Зажигай, этаж, зажигай факел, иди сюда. Выше нас уже крыша. Нет. Да. Нет. Да. Я только что подожди, вот, получается, та дверь, возможно, ведет на крышу. А, блин. Кубик. Кубик. Вот да, это да, и есть да, кубик да, 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 все. А вот это что? А мы с другой стороны под ним были, по-моему. Бля. Ну-ка, зайди сюда, Светоч. Да, вот это двойная. Над треугольником. Почему это двойная? Нет, это не это двойная. А, кстати, ой, блядь, да. Сложно. Ой, сложно. Эть. Еще вот да. Выше я нахожусь сейчас. Рекорд, вот сюда. Так, короче, подожди. Тут утра надо ждать на самом деле. Ёптерня. Дверь, по-моему, не отсутствует. Дайте, пожалуйста, я просто не вижу. Дерево я поставлю лестницу. Ой. Извините. Да вы... Ну, так здесь. Добрыня, надо выйти. Извините, отойдите. Добрыня, надо выйти. Остановите. Сейчас за жесть. О, я где? Я во что-то уперся, я не понимаю. Так фонарик, зайди сюда. О, what the fuck? У и тебя что, здесь смысл текстуры, от этого? Которой нету. Ну, как у меня тогда, помнишь, когда я Дрозда насиловал за то, что он застроил, когда не застроил? В смысле у меня текстура здесь? В смысле?
Ну а во что ты уперся? Я уперся в стенку, которая существует. А, молодец. Ага, молодец. Я говорю, смысл этого помещения? Я не знаю. Бля, смысл в этом доме? Да блесть его вниз, куда вы наверх упрётесь? Господи. Что вам всем там надо? Адекват. Чё, убегай. Прогнала. Вот так давно бы, блядь. Так, а вот это тогда куда? Мы там не... Это получается в центр. Вот эта дверь-то. Это с черепухой. Она получается в центр дома. И мы там нигде, по-моему, не были. Дверь черепуха, колупаж вот эту стену, колупаж потолок. Ну это понятно. Я просто хочу понять, точно ли мы там не были. Да, мы определенно там не были. Значит, надо колупать. Есть я думал, сейчас скажет, да, определенно надо покинуть этот дом. Надо нет. Кому-то зарезать. Только не мы. Хоть 40 температур у нее будет, да, и как-нибудь колупать. Сейчас подойдем. Ура! Куда ты бьешь? А, все, я думал, там кто-то это... Уже стенку пошел дальше долбить. Ну, про... Лом. Грызем просто дом по основанию. Я кому-то по руке попал, что ли? Да. Наверное, Рекордс. Нет. Да, наверное. Рекордс, ну ты отвратился, если бы пришли. Опа! Лутовые, сука! Точно. Прыгайте, прыгайте, кто там? Пацан. Ага. Я вот. Стою в клуб, отсаживаю, чё. Ой, вот и тело лежит. Педалик какой-то или ходалик, чедалик, непонятно. Педалик, да. Педалик, а вот, есть? Подожди, а как это вообще сделали? Вот, сними вот этот. Точно. Чё у педалика есть? Боня, дай чё дерево. А, нет, не надо. Всё. Кровать разбить надо. Дайте мне у него инструмент. Спасибо. Да, ребята, походу это лутовые. Ну, можно, конечно, сковырять три стены и потолок? Нет, нет, я не могу больше, отстаньте от меня, нет. Только не кирки. Пошел я бобсы делать, там же сера что-то есть, да? Вот он. Только прям на лицо ему, подожди, штаны сниму. О, да. Вот прям аж душу отвела. Он мертвый. Что? Так, Добрыня, где это было? Я в этом лабиринте вообще хз. Над печками налево. К печкам ходи. На печки залезай. Пойдем пробегусь. А, все, ага. И вот оно. Так. Все, ребят, не лезь, сейчас взрываю. По две буду накидывать, чтобы не рисковать. Добрыня, где ты есть? Я наверху. Ой, минус я лестница. Да, это лутовая, полки ребята. Сюда. Это лутовая. Очень много металла, серые. О, пороха есть 2163. Добрыня. Что? Как валить очень много. А зачем? А, что такое? Брось, пожалуйста, под меня прям. А что, слезть вообще не вариант. Все, мне ребята, кирки есть. Кирки есть. Да спасибо. Не особо. Не брали, а что? Ну, как бы вот, здесь можно расколупать, взрывать даже не надо. Сейчас. Короче, тогда это лутаемся, относим домой. Подсадите это. Кстати. Да. Давай, 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 давай. Улица кто наш? Я здесь круги наебываю. Ага. Так, серу забрали. Как валится со стаку? Топливо взял. Жир 3. Не буду брать. Так, кто здесь остается сейчас? А что оставаться-то у нас здесь двери свои везде? Нет, кто здесь остается, кирки скину. Три кирки давай. Скину. Вот, прямо здесь, на этаже, где колупать надо. У кого есть этот киянка? Киянка, на. Кто? На. Ну, я не авторизован. Лестницу поставить, снять там где-то. Давай тебя подсажу. Давай. Что ты? Прекрас, что с тобой, дружище? Все? Да. Ну, как-то очень слабо, я хочу сказать, все-таки, для них. Так, 4 кирки там есть, получается? Ну, 3. Я скинул. Да заныкали, скорее всего. Не, ну так-то, видишь, пороха, ну, все-таки 2000, они бы, мне кажется, все, заныкали бы.
Что-то эти нашли на первом этаже. Вот что, неизвестно. Ты так классно наскребал, мне понравилось. Кто наскребал? Ты наскребал на сихи, когда здесь лежит две сихи. Где две сихи лежат? А вот здесь кто-то в камень положил. Ну, но это те две сихи, халявные-то. Они там так и лежат. Так, я в оружие тогда закинул сихи. Так, броня. Компонентов херва туча. Калаш. Ребята, оружие. Сихи 12 штук. Бомжесих. Турель целая. Охренеть. Пойдет. Берета, а не Арл Таля. СМГшки. Космос. Вот это да. А верхний уголь. Пацаны, вообще ребята, да? Вообще огонь. Берданок очень много. Да. Заберите тут ноутбук и веревки, у меня не влезли. Да, лутайте, ребят. Боб психи забрал. Угу. Добрый, да, что здесь? О, наши футболки, what the fuck? Это мы как бы умирали. Мы же как бы умирали, у них подарок. Броню забирать, наверное, стоит? Да, да, забираю. Лак. Все, вроде бы. Совсем. Ой, слава богу, хоть что-то нашли. Пошли. Домой. Все. Все, домой? Да. Двери закрывайте за собой. Заебался колупать уже. Так. Корпус на калаш. А сколько было корпусов на калаш? 5 на калаш, 1 на Томпсон. Отлично. Ну все. Зарыжено. Надеюсь. С их домом-то. Брань-брань.